Уже в конце лета это озеро снова станет точкой притяжения для жителей ближайших микрорайонов. Здесь появится фонтан на платформе и смотровая площадка. В парке «Молодежный» продолжается масштабная работа по благоустройству. Этот объект стал одним из победителей всероссийского голосования, которое проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году парк «Молодежный» уже становился одним из лидеров голосования. Здесь появились освещение, детские площадки и новая входная группа. У нас осуществляется благоустройство входной группы от улицы Воронежской до озера. А в том году у нас в рамках данной программы была благоустроена полностью входная группа с учетом детских площадок от Нововокзальной до озера. Мы подходим к завершающему этапу по гидроизоляции искусственного водоема, устройству подпорных стен. Данный объект у нас завершен уже на 80%, и к 10 августа по планам у нас начать наполнять данный водоем. Парк «Молодежный» уже трижды становился победителем всероссийского голосования благодаря неравнодушной позиции жителей. Благодарю жителей Самарской области за активность при голосовании, выборе объектов, за то, что инициируют новые проекты, более того, принимают непосредственное участие в их реализации. Ежегодно общественным голосованием вот территории парка, да, благодаря жителям промышленного района, парк становится победителем вот такого общественного голосования. Для семей, для молодежи это просто великолепное преображение в нашей, так скажем, микрорайоне. У меня старший ребенок тоже здесь непосредственно гуляет и всегда приходит и говорит: мам, там вообще такие чудеса наделали. В голосовании участвовали на госуслугах, проходили голосование, потому что очень хотелось преобразиться, чтобы преобразился наш парк. Потому что вроде как райский уголок есть, недостаточно красив, так скажем, и ухожен, но сейчас прям преобразили его. Очень-очень нам нравится. В этом году горожане вновь проголосовали за преображение парка. В 2024 году здесь появится спортивная площадка и эко-зона. Виктория Шарая, Константин Головин. События.